здравствуйте. Эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В мире отмечают День космонавтики. Жители Самарской области с праздником поздравили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Оплатить налоги, оформить документы, научиться пользоваться системой ГИС ЖКХ. Сотрудники многофункциональных центров проводят выездные приемы граждан, чтобы помочь им освоить цифровые сервисы. В Самаре проходят средники. Местные жители наводят порядок в знаковых местах города. Самарские ученые в общемировом тренде. В честь Дня космонавтики сотрудники и студенты университета имени Королева презентовали новое оборудование для спутников. Благодаря его сотрудникам Самара по праву носит имя космической столицы России. Здесь изготовили первые две ступени для космического корабля, на котором Юрий Гагарин полетел в космос. А сейчас разрабатывают ракету «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, а также «Союз-5» – ракету среднего класса с высокой степенью автоматизации на старте. В День космонавтики губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручили награды лучшим сотрудникам ракетно-космического центра «Прогресс» и возложили цветы к памятной доске генеральному конструктору предприятия Дмитрию Ильичу Козлову. Виктория Шаре продолжит. День космонавтики для сотрудников ракетно-космического центра «Прогресс» традиционно начался с возложения цветов к памятной доске генеральному конструктору предприятия Дмитрию Ильичу Козлову. Он начинал свою деятельность инженера-конструктора под руководством Сергея Павловича Королева. В 50-х годах стал ведущим конструктором ракеты Р-7, знаменитой «семерки». Именно она позволила обеспечить приоритет СССР в разработке межконтинентальных баллистических ракет и положить начало созданию практической космонавтики. С 1958 года Дмитрий Ильич возглавил серийное производство ракет Р-7 на самолетостроительном заводе номер 1 в Куйбышеве, который сейчас входит в состав ракетно-космического центра «Прогресс». Цветы к мемориалу возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты и заслуженные работники предприятия. Склоняем свою голову в благодарности перед выдающимся талантом, инженерным гением, конструкторским гением и организаторскими выдающимися способностями Дмитрия Ильича Козлова. Но вместе с ним трудились тысячи людей. Эти люди, которые создали космическую славу нашего региона и нашей великой Родины. Я искренне благодарю всех тружеников РКЦ «Прогресс» и еще десятков предприятий и трудовых коллективов за то, что сегодня славное дело первооткрывателей космоса продолжается. Мы вновь выходим на должные орбиты своей производственной деятельности. Главный конструктор, самые востребованные сейчас ракеты «Союз-2-1Б» Алексей Смородин трудится на предприятии более 20 лет и успел поработать под началом Дмитрия Ильича Козлова. Во-первых, человечность, я другого не скажу. То есть он, в общем-то, не делал разницу между должностями, то есть он со всеми разговаривал, в общем-то. Вполне достойно, как с людьми, с настоящими. Вот это запомнилось. Коллектив достаточно молодой, с одной стороны. С другой стороны, опыт достаточно большой по проектированию средств выведения, в частности. Поэтому команда формируется из грамотных специалистов. Задача в целом решается. Производственная база, в принципе, тоже вся переоснащенная уже. То есть современная, готова, собственно, к решению всех задач. А задач перед предприятием сейчас стоит немало. Сотрудники РКЦ «Прогресс» разрабатывают ракету «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе вместо гелеводородного топлива. Это ракета среднего класса с многоразовым использованием, а также «Союз-5» – ракету среднего класса с высокой степенью автоматизации на старте. Перед предприятием сегодня стоит много задач в обеспечении космической независимости Российской Федерации. Мы обеспечиваем пуски ракеты-носители типа «Союз-2». Это основная рабочая лошадка как советской, так и российской космонавтики. У нас на подходе новая ракета-носитель «Союз-5». Мы начали изготовление первой летной машины. Сейчас это в процессе идет. У нас сейчас технический проект на машину нового поколения на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Мы подписали государственный контракт, и технический проект мы до конца следующего года должны закончить. Сотрудников предприятия поздравила глава Самары Елена Лапушкина.
В этот день мы чествуем лучших работников предприятия за их добросовестный труд. Говорим слова признательности, благодарности ветеранам за их колоссальный вклад в развитие космической промышленности, за то, что они продолжают передавать свой богатый опыт. Мы с гордостью вспоминаем выдающихся конструкторов, прославленных руководителей, таких как Дмитрий Ильич Козлов, таких как Виктор Яковлевич Литвинов и многих-многих других. Не будем отступать и в этом году от доброй традиции, поэтому, друзья, от всей души поздравляю вас с Днем космонавтики. Руководители региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина вручили заслуженным сотрудникам предприятия благодарности и памятные подарки. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Правительство одобрило расширение параметров промышленной ипотеки. Соответствующее постановление уже подписано. Благодаря этой мере компании реального сектора экономики смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию, а также на реконструкцию заводских помещений. В правительстве рассчитывают, что расширение параметров этой программы позволит стимулировать интерес отечественного бизнеса к запуску новых проектов, особенно в сфере промышленного производства. Эта мера приобретает особое значение в текущих условиях, когда ряд западных компаний из-за санкций США и Евросоюза по собственной инициативе прекратили поставки некоторых товаров в Россию. На 2023 год объем субсидий по этой программе предусмотрен в размере 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Однако финансирование при необходимости может быть увеличено. В Самаре продолжаются выездные приемы граждан сотрудниками многофункциональных центров. На этот раз встреча прошла в ресурсном центре Самарского района. О том, как это было, расскажет Галина Топилина. Оплатить налоги, оформить документы, проверить начисления, а также перейти на цифровую платформу ГИС ЖКХ, чтобы эффективно участвовать в управлении домом. Эти и не только услуги представляет цифровая платформа госуслуги. В ресурсном центре на улице Некрасовской прошла встреча специалистов многофункционального центра с гражданами. Прием организовала администрация Самарского района в рамках проекта «Мой дом», чтобы помочь местным жителям в решении проблем, возникающих во время работы с порталом госуслуги и ГИС ЖКХ. Сегодня у нас происходит традиционное мероприятие. Здесь сотрудники МАО МФЦ приходят у нас раз в две недели, помогают жителям зарегистрироваться в госуслугах, помогают им зарегистрироваться на площадке ГИС ЖКХ, рассказывают азы. Если есть у кого-то вопросы и проблемы с работой на этих двух площадках, наши сотрудники МФЦ помогают им разобраться. Ольга Малова, постоянный пользователь госуслуг, столкнулась с проблемой подтверждения электронной почты на портале. Ольга признается, что поездка в многофункциональный центр для решения проблемы займет у нее много времени, поэтому выездные встречи сотрудников МФЦ нужны и важны для каждого жителя города. Я обратилась в администрацию, мне совет микрорайона сказали, что есть вот такая услуга здесь, вы можете подойти, и здесь вам окажут услугу, очень достаточно удобно. Специалисты МФЦ принимают граждан во всех районах города в территориальных ресурсных центрах проекта «Мой дом» по графику, без предварительной записи. Чтобы попасть на прием к специалисту, при себе необходимо иметь НИЛС и паспорт. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. Приводят в порядок улицы, дворы, парки и скверы. В Самаре прошел второй средник в рамках ежегодного апрельского месячника по благоустройству. Город убирают тысячи людей. Сотрудники управляющих компаний, предприятий и организаций, активные жители. Принять участие в уборке могут все желающие. Необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки можно получить в управляющих компаниях. Уборка проходит ежедневно, но основной объем работы распределен по средам и субботам. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Сотрудница администрации железнодорожного района Лариса Рубан с улыбкой и хорошим настроением управляется с граблями. Молодая женщина в компании своих коллег вышла на уборку мусора и прошлогодней листвы. Хочется, чтобы наш любимый город был чистым, поэтому я с удовольствием участвую, чтобы глаз радовался и радовал наших жителей чистотой города. Все-таки мы живем и родились и выросли в нашем родном городе Самара, и мы его любим. В Самаре 1 апреля начался месячник по благоустройству. Граблями и лопатами вооружаются сотрудники управляющих компаний, организаций, предприятий и администрации областного центра. Уборка скверов, парков и придомовых территорий идет каждый день. Но основной объем работ проводится по средам и субботам. Сегодня приводили в порядок бульвар первых космонавтов. Это не случайно, ведь средник совпал с Днем космонавтики. Присоединиться к уборке города могут все желающие. Все необходимое находится в пунктах выдачи
инвентаря. В железнодорожном районе их 31. Жители охотно откликаются на все наши призывы. На самом деле принимали участие уже и в субботниках. И в среди недели объезжаешь территорию района и смотришь, в общем-то, жители выходят, когда у кого есть время, и на своих территориях наводят порядок. Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся. В этом году в голосовании примут участие 20 локаций, две из которых находятся в железнодорожном районе. Это парк в поселке Толевой и бульвар по улице Чернореченской. Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства на федеральной платформе пройдет с 15 апреля по 31 мая. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Специалисты профильного предприятия продолжают приводить в порядок жемчужину Самары – городскую набережную. Здесь уже вовсю отдыхают жители и гости. Также трудятся и в других частях города, например, рядом с парком Гагарина. Здесь рабочие восстанавливали ограждение вблизи дороги. О том, как преображается город, расскажем далее. Набережная города пользуется популярностью у самарцев на протяжении всех сезонов, но весной пространство преображается. К этому специалисты профильного муниципального предприятия прикладывают все усилия. Приводить набережную в порядок начинают с раннего утра. В 6 часов утра начинаем работать и до 3 часов. Каждый год весной делаем генеральную уборку, потом поддерживаем порядок. Сейчас на набережной специалисты выполняют сразу несколько задач. Убирают газоны от листвы и мусора, открывают и приводят в порядок клумбы и цветники, подметают и проливают пешеходные дорожки. Вскоре начнут красить лавки и урны. Со всем этим планируют справиться до 22 апреля. Еще один из видов работ – помывка памятников, скульптур и монументов. Этим утром водные процедуры принимала знаменитая бронзовая водная лыжница, установленная на второй очереди набережной. Всего у нас 24 скульптуры, то есть малых архитектурных форм. На этом участке вот 9. Вот уже мы 8 уже помыли. Осталось еще помыть нам князя Засекина, но это мы будем к 1 мая подготовим его. Мы будем начищать его отдельно, то есть на специальные средства, то есть на основе масел. То есть мы будем его начищать. То есть не красить. Полюбоваться красотами Самары спешат не только жители, но и гости города. Ольга вместе с ребенком с утра пораньше приехала на Волжский проспект. В планах обойти все памятники и скульптуры на набережной и полюбоваться видом, открывающимся с левого берега Волги. Улучшается после зимы состояние набережной. Памятники, скульптуры и монументы помыты, убираются. Здесь уже озеленение пошло. Как бы все движется, еще немножко все расцветет. Это самое красивое место. И природа, и Волга, и вид. Месячник по благоустройству в Самаре в самом разгаре. Приводят в порядок не только достопримечательности и знаковые места, но и улицы города. Так, с самого утра рабочие восстанавливали ограждение вблизи дороги по улице Старозагора. Где-то нужно было выровнять элементы пешеходной зоны, а где-то приварить новые прутья. Специалисты трудятся, чтобы после зимы придать городу прежний вид. Первостепенные сезонные задачи выполнит до конца апреля. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Средник прошел и во дворе жилого дома номер 10 по улице Карла Маркса. Основной акцент коммунальные службы города делают на ручной уборке территории от мусора и листвы, которые накопились за зимние и осенние периоды. Также в числе актуальных сезонных работ во дворах и на незакрепленных территориях областного центра обрезка и опиловка сухих веток деревьев, мойка, ремонт и покраска скамеек, ограждений и малых архитектурных форм на детских площадках, а также удаление граффити. Подробности в репортаже Галины Топилиной. Каждую весну жители дома номер 10 по проспекту Карла Маркса, вооружившись граблями, лопатами и другим садовым инвентарем, выходят во двор, чтобы привести в порядок придомовую территорию, облагородить детскую площадку и пространство вокруг. Любовь Мелишева рассказывает, что новой современной площадкой жители дома обзавелись благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Жители дома определили желаемый проект, провели голосование и подали заявку в администрацию. Так площадка обрела новый облик. Теперь во дворе дома все время слышны детские голоса и смех. Нашему дому построили такую благоприятную площадку. Очень современную, как наши дети говорят, очень крутая. В среднике у дома на Карла Маркса принимали участие, помимо самих жителей, представители управляющей компании и муниципальные служащие. Директор управляющей компании лично занимался мытьем лавочек на детской площадке. Подметаем, собираем листву, которая осталась с прошлого года. Моем асфальтобетонное покрытие, резиновое покрытие, которое расположено на детской площадке. Малоархитектурные формы приводим в порядок к
сезону. В среднике приняла участие и глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Конечно, вот в традициях России, в преддверии великого праздника Пасхи, убрать территории придомовые, в домах убраться. Поэтому мы активно принимаем участие в этих мероприятиях. Сегодня у нас 1270 человек на территориях работает. Это не только представители администрации района, но также организации потреб рынка. У нас активно принимают участие в субботнике школы, детские садики, объекты здравоохранения, учреждения культуры. Дворы и общественные пространства преображаются по инициативе и при активном участии жителей. Напомним, с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В голосовании примут участие 20 территорий по всей Самаре. Галина Топилина, Петр Паламеев, «События». Минувшие выходные в Самарской области стартовал весенний сезон охоты на пернатую дичь. Вслед за охотниками в поле отправились и представители контролирующих органов. С момента начала охотничьего сезона на боровую и водоплавающую дичь во всех районах области, где имеются угодья, работают мобильные группы. В их состав входят росгвардейцы, представители департамента охоты и рыболовства и полицейские. Главная задача таких проверок – предупредить происшествия с оружием, отмечают росгвардейцы. Тем не менее, без нарушений не обходится. В общей сложности за два дня стражи правопорядка проверили около 150 охотников. Составлено 15 протоколов, еще два за нарушение правил хранения и ношения оружия. При этом 3 единицы оружия изъяли. Во время рейдовых мероприятий проводится также разъяснительная работа. Объясняется ответственность административная за утрату оружия, за передачу другим лицам, за те нарушения, которые связаны с охотой. Данные рейдовые мероприятия совместно с департаментом охоты и рыболовства, а также с представителями Главного управления УВД России по Самарской области будут продолжены на протяжении всего охотничьего сезона. Сотрудники ФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность жителя Самары, причастного к мошенничеству в особо крупном размере. Гражданин, располагая сведениями о намерениях собственников одной из строительных фирм региона сменить учредителя и директора, предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ и ГРУ, которые якобы ранее повлияли на принятие решения бывшим директором о выходе из состава учредителей и назначении нового руководителя организации. Подозреваемого задержали во время передачи взятки. Указанный гражданин задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области при получении денежных средств в размере 8 миллионов 200 тысяч рублей. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник действовал в корыстных интересах с целью личного материального обогащения, не имея реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства. Причастность сотрудников ФСБ России и Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России к противоправной деятельности не подтвердилась. Возбудили уголовное дело. По решению суда злоумышленника взяли под стражу. Остальных подозреваемых продолжают искать. В Самарском университете имени Королева ко дню космонавтики презентовали инновационное оборудование – модифицированный гиперспектрометр. Это устройство в будущем планируют устанавливать на миниатюрные спутники формата CubeSat. Их все чаще стали запускать в космос из-за небольшого размера и расширенных возможностей. Что такое этот гиперспектрометр и для чего он нужен, узнала наша съемочная группа. Устройство наподобие этого с такими же характеристиками в России делают только в одном городе – космической столице страны Самаре. Аналоги такому аппарату в мире можно пересчитать по пальцам. Два инновационных компактных гиперспектрометра ученые Самарского университета имени Королева презентовали специально к знаменательной дате – Дню космонавтики. Оснащенные такими приборами, миниатюрные космические аппараты в формате CubeSat смогут эффективнее проводить экологический мониторинг, выполнять задачи умного земледелия, контролировать парниковые газы и проводить разведку труднодоступных территорий и искать там потенциальные месторождения минералов, нефти и газа. Все это прямо с орбиты нашей планеты. До этого мы запускали гиперспектрометр, скорее демонстрационный, у которого был слабенький объектив. Но мы получили оттуда первые гиперспектральные кадры, в общем-то, со спутника формата 3U. Это уже достижение. Вот. Сейчас у нас будет спутник формата 6U. Здесь стоит уже полномасштабный объектив с фокусным расстоянием 300 мм, что позволяет получить разрешение вплоть до 6 метров по поверхности Земли.
Ученые уже давно придумали способ, как создавать изображения, которые состоят не из трех компонентов, а, например, из сотни или двух сотен. Это и называется гиперспектральная съемка. Она используется в аэрофотосъемке и в космической съемке земной поверхности. Для этого и нужна инновационная разработка самарских ученых. Эти приборы как улучшенная камера, со снимками высшего качества для получения более полной информации о нашей планете. Гиперспектральные снимки внешне, на первый взгляд, особо не отличаются от обычных. Если взять обычный снимок и какой-либо пиксель с этого изображения, то его можно разбить на три компонента – это синий, красный и зеленый. А если мы возьмем гиперспектральный снимок, то каждый пиксель можно разбить на множество компонентов. Если их взять и уложить достаточно плотно от самого первого и до последнего спектра, то захватится также инфракрасная область, которая незаметна человеческому глазу, но хорошо видна на приборах. Этот прибор позволяет получить в каждом пикселе 250 цветов. То есть обычная камера 3 цвета дает, это дает 250. Вот. И когда мы с орбиты это снимаем, мы получаем в каждой точке спектр. То есть мы можем посмотреть вот в эту точку, по спектру определить, что здесь не просто зеленый лес растет, а растет это, ну, дубовый лес, например. Или дубовый лес, в котором дубы там здоровые или больные. А здесь поле пшеницы, но она явно чем-то заражена. А вот здесь поле пшеницы нормальное. Как отметил Роман Скиданов, проект гиперспектрометров уже полностью готов. Сейчас сами устройства изготавливают и сборку планируют закончить к середине лета. Этот проект получил финансовую поддержку в рамках федеральной образовательной программы «Дежурный по планете». Эта разработка имеет огромное значение в популяризации космонавтики и космических технологий среди подрастающего поколения. На основе данных, которые будут передавать самарские гиперспектрометры с орбиты, ученые Самарского университета будут обучать команды российских школьников основам анализа и обработки гиперспектрометров. Изображений. Планируется разработать для учащихся соответствующую научно-образовательную программу. Ее рассчитают на несколько лет и включат проведение различных космических экспериментов с использованием компактных гиперспектрометров. Школьники смогут не только побывать на предпусковых испытаниях наноспутников, но и стать свидетелями пуска ракеты-носителя с космодрома. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Интересы бизнеса в фокусе внимания. Администрация Самары выступила с предложением установить с 1 января по 31 декабря этого года переходный период, ограничивающий общий рост годовой арендной платы с учетом индекса потребительских цен. Соответствующая инициатива была направлена в правительство Самарской области, где получила положительное заключение. В соответствии с поручением главы Самары Елены Лапушкиной разработан проект нормативно-правового акта, устанавливающий в 2023 году ограничение роста арендной платы. Результатом принятия данного постановления будет обеспечение возможности реализации арендаторами земельных участков права на снижение финансовой нагрузки в виде арендной платы, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В этом году промышленному району Самары исполнилось 45 лет. Юбилей района совпал с 30-летием Центра дополнительного образования детей «Искра», который начал свою работу 23 марта 1993 года. Это динамично развивающееся учреждение, в котором работают более 60 педагогов и обучаются порядка 6 тысяч воспитанников в 61 объединении по направлениям физкультурно-спортивное, туристическо-краеведческое, художественное, социально-гуманитарное, техническое, естественно-научное, а также безопасность дорожного движения. Воспитанники и педагоги центра – активные участники городских и районных мероприятий. Их яркие вокальные и хореографические номера всегда трогают и запоминаются. Активность, труд, инициативность, творчество, талант – эти качества характеризуют как опытных, так и молодых педагогов центра, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. В Кировском районе открылась выставка, посвященная Дню космонавтики. На аллее трудовой славы были организованы мастер-классы, веселые игры и конкурсы. Центры детского творчества «Металлург», «Поиск», «Ирбис» представили для гостей и участников игры и мастер-классы. Желающим нанесли космический аквагрим. Также гости праздника смогли научиться играть в мини-гольф, строить косморакету, играть в шашки и шахматы, да и просто весело и задорно провести свое время. Были представлены и другие мастер-классы: «Карта планет», «Загадочный космос», «Учим планеты на английском», «Вселенная». Юными гостями праздника работали аниматоры, которые веселили и развлекали юных космонавтов, пишет телеграм-канал Кировского района Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи!